Шалом, братья и сестры. Пусть Божий мир просто наполняет ваши сердца, ваши дома, ваши семьи. И пусть совершенный Божий мир просто окропляет вас славой Небесного Отца. В Сыне Иешуа, Царе Славы. Пусть святое окропление просто сходит на ваши жизни. Пусть святое окропление славы Отца в славе Сына Иешуа, Царя Славы, просто сходит на вас, на ваши жизни. Я пребываю в длительной молитве. Дух Святой окропляет меня просто славой сущего. И я слышу сейчас такие слова. Эти слова сегодня для тебя. Просто принимай их на уровне твоей веры. Если в тебе мало веры, значит, проси, чтобы Бог дал ее больше. Я просто сел записывать это видео по побуждению Духа Святого. Я видел определенное видение. Дух Святой мне говорит, садись, записывай. Ты будешь опять видеть это видение. Но Дух Святой, он многообразен, со славой Ему. И Он мне сейчас дает определенное слово для определенных людей. Это слово сейчас высвобождается для тех, у кого уже в течение нескольких дней, а может быть и месяцев, или в течение нескольких лет просто болят почки. Слышу слово для некоторых людей, у кого бывают сильные болевые приступы, когда почки начинают ныть или очень сильно болеть, определенные осложнения. Господь говорит вам, принимайте исцеление. Прямо сейчас. Если в твоих почках есть камни, они растворяются во имя Иешуа, Царя Славы. Твои почки окропляются прямо сейчас в святой крови Иешуа, Царя Славы. И всякие камни, которые были в твоих почках, всякий песок, он просто растворяется, и он выходит просто из твоих почек. Если твои почки были застужены, прямо сейчас принимай исцеление. Прямо сейчас просто провозглашаю то, что боль уходит с твоих почек. Всякая ноющая боль уходит с твоих почек во имя Иешуа, Царя Славы. Если ты не мог есть какую-либо определенную пищу из-за того, что у тебя больные почки, принимай свое исцеление. И я провозглашаю то, что ты будешь есть ту пищу, которую тебе нельзя было есть. Это слово для тех, у кого проблемы есть с щитовидкой, у кого на щитовидке был зоб или есть зоб. Я провозглашаю в Духе Святом, что ты полностью, твоя щитовидка исцеляется прямо сейчас. Принимай это исцеление. Если у тебя были серьезные проблемы с твоей щитовидной железой, просто принимай прямо сейчас исцеление во имя Иешуа, Царя Славы. Чудотворение. Высвобождается реальное пророческое чудотворение на исцеление. Просто принимай его.
Шигидема хама кидемасы тики-тики-ки-ки-ки-ках. Это слово сейчас для другой категории людей, у кого особенно глаза. Это касается конкретно не только мужчин, но и женщин, поражены похотью. И вы с каким-либо любострастием, сладострастием похотливым, и вы это прослеживаете за собой уже не первый год, вы обращаете взор женщины на мужской пол, а мужчины на женский пол. Я провозглашаю твое освобождение прямо сейчас в Духе Святом. Во имя Ишуа Царя Славы. Принимай святое окропление крови Ишуа Царя Славы твоих глаз, твоего разума. И принимай полное освобождение. Бог тебя освобождает прямо сейчас. Ищи ми фарам и дей фама кадам и сегиды кутор. Аллилуйя, мара фарам и дей хара радейдас. Принимай просто это прямо сейчас. Я вижу сейчас в Духе Святом руки людей, определенных верующих, на которых Бог изливает огонь помазания на исцеление, на чудотворение. И Господь говорит тебе, твое время пришло, просто принимай это. Принимай это просто по вере. Молись раз. Если у тебя не получается, молись два раза. Молись 100 раз, молись 1000 раз. И Бог обязательно высвободит через тебя его силу. Эмахамеэх. Во имя Ишуа. Во имя Ишуа. Просто принимай этот огонь на свои руки. Дин-дин-дин. Также я слышу сейчас для другой категории людей слово, что твои уста боялись, точнее, ты боялся что-либо говорить, хотя внутри в тебе множество вырабатывало всякие различного рода мыслей об евангелизации, о том, как ты будешь говорить, и ты стеснялся или ты боялся. Бог говорит тебе, сегодня твое время пришло, твои уста свободны. Я вижу сейчас в Духе Святом, как просто с твоих уст срывается такой лейкопластырь, сильно тугой. Фу! Ище махамаге эх. Неси Божью истину. Все то, что ты слышишь в своем сердце, неси и провозглашай в жизнь людей. Не бойся, говорит тебе Господь. Амен. Интересно. Шиндалара мордире декирире декиремере декиамам бебе декидемету кохоя кайкае. Аллилуйя, слава. Аллилуйя, честь тебе, Господь. Хвала тебе. Слава и благодарение. Пусть придет принятие веры всего того, что ты нам сейчас открывал. Перед тем, как записывать это видео, я начал видеть определенное видение. И Дух Святой мне сказал, как я уже говорил в начале, что он мне сейчас будет повторять это видение. И только я начинаю говорить, и я вижу, как голубой орел, он прямо спускается со стола в моей комнате, и он начинает танцевать. И его танец происходит весь в огне. Я вижу, как вокруг него крутится огонь. Я вижу очень большую женщину в длинных одеждах. На ней очень красивые одежды. И множество драгоценных камней. Я вижу это в духе. И я вижу, как эта женщина исполняет очень красивый танец. Она в ее руках находится, в каждой руке по факелу. Я вижу, как эти 2 факела у нее в руках, и она совершает с ними танец. Я вижу, как вокруг этой женщины начинает крутиться просто буря очень большого всепоглощающего огня. И Господь говорит тебе сегодня,
Мири, мири, кири, ми, хара, ми, киди, киех. Это женщина, это дочь моя, Украина. И Господь говорит тебе сегодня, каждому, кто сейчас находится в посте за Украину, Бог слышит твои молитвы. Украина начинает восставать в силе. И святой огонь Духа Святого бурлит, всепоглощающий огонь вокруг нее. Господь говорит, что Украина с зажженными факелами начинает исполнять танец пред всемогущим троном Святого Отца. Ищема харам и кредекеях. Аллилуйя. И Бог говорит тебе сегодня, я слышу все твои молитвы, мой сын и моя дочь. Все твои молитвы за Украину, продолжай молиться. Кто бы тебе что ни говорил, какие бы сомнения ни пытались тебя сеять, продолжай молиться. Экеахахех. И мне приходит определенное откровение. Каждый факел имеет пророческое значение в руках этой женщины. Первый факел – это апостольское основание, которое поднимается над Украиной. Второй факел – это пророческое чудотворение и большой подъем сильного пророческого мощного служения над всей Украиной. И Господь говорит, что эти два факела распространятся по всему лицу земли. Ахаме бе эх. Не сомневайся и молись. Продолжай молиться за Украину. Амен. Слава тебе, Господь. Экитума, акитума, кама, кидекехах, идидитус. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть Господь благословит каждого. Спасибо, кто открыл свое сердце. Бог каждому дает право выбора. Там, где вы находитесь в другой стране и молитесь за мою страну, где я живу, за Украину. Спасибо каждому из вас. Спасибо каждому из вас. Огромное вам спасибо за то, что вы пребываете вместе с нами в единстве Духа, и исполняете заповедь, которую нам всем оставил Иешуа, чтобы мы пребывали в единстве. И я вам сейчас говорю истинно пророческие слова. То, что вы посеяли, ваши молитвы, я говорю сейчас для тех, кто живет в других странах и кто молится за Украину, то, что вы посеяли в духе молитвы пред Отцом за Украину во имя Сына Царя Славы Иешуа, вы это пожнете. Я вам говорю сейчас пророческие слова. Вы сильно и могущественно это пожнете в вечности, Мешемекеях. И вы сильно и могущественно пожнете это еще при своей жизни. Бог сильно благословит вас за ваше смирение. Ищара раке, раке мебес. Амен. Бог сильно вас любит. Продолжайте молиться, поститься. Хотелось бы увидеть каждого из вас воочию. Крепко каждого из вас обнять, помолиться вместе. Но мы это все наше служение. Мы с женой крепко обнимаем вас в духе. И сильно благодарим Господа за вас. Пусть Бог вас благословит еще больше и сильнее. Спасибо всем, кто отзывается, пишет комментарии, что мы с вами. Пусть Бог вас сильно благословит. Сильно благословит. Принимайте. Принимайте огонь Отца в вашей жизни еще более. Аллилуйя. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Аминь.